сегодня опять будем делать гречку, но я тут узнал, что гречка по-английски звучит как buckwheat, значит бэк и пшеница. А что бы нам не сделать тогда бэк-вит, то есть гречнево-пшеничный эль. Сделаем гречнево-пшеничный эль. И для этого я взял 4 килограмма пилзнера, килограмм пшенички, килограмм гречки и гречневый мед, чтобы было вообще суперски. И что там у нас по записям в нашем Талмуде? По засыпи у нас пилснера 4 килограмма, пшеничного килограмм, гречки килограмм и мед полкило. Хмель буду пробовать американский, Коламбус и Вильямет. Коламбус для горечи 10 грамм, Вильямет для запаха. Посмотрим. Дрожжи как раз попробую наши расчищенные со шприца GV12. По графику затирания. 45 засыпаем на 45, 20 минут. Потом поднимаем кипяточком 10 литров до 52. Сразу же берем отварочку первую, пока 20 минут пептидаза идет. Потом отварочкой поднимем до 65. Сразу же вторую отварочку берем. 40 минут осахаривания. Потом поднимаем отварочкой до 75, 15 минут. И потом в зависимости от йодной пробы, может, минут 10 еще продлим. Тут все, в принципе, расписано. Вот, фильтрация. Коламбус для горечи за час до конца. И Вильямет 10 грамм за 20 минут до конца. Мед добавляем за 20 минут до конца варки вместе с Вильяметом. Вот. Засев. Брожение будет, разброд будет сутки при 18-20 в комнате, а потом перетяну в погреб при плюс 14. Праймер отбирать не буду, буду карбонизировать медом этим же, чтобы запах был слышен. Ну вот и все, ничего сложного. Заливаем наши 20 литров сразу же. Ну и все, и греться. Так, наш pH-метр. А все потому, что водичка газированная. И углекислота понижает pH. Воду я уже поставил 10 литров закипать в ведре. И 20 литров в основном чане нагреваться до 45 градусов. И наша гречка пошла на прожарку. Вот наша водичка на закипание и 20 литров. Наш бак. Гречкой уже так хорошо-хорошо пахнет. градусов. Самая белковая пауза. Засыпашки. О, красота! Густенький затор получился. Как раз для белковой паузы. Классно.
Все, 20 минут засекаем, потом 10 литрами кипяточка поднимаем до 52, до пептидаза. Не держатся скотины уже, а? Вуаля, тру-ля-ля. 20 минут, наш протоволис успешно проходит. Я сейчас сделаю еще один нюанс. Я сейчас отберу густую часть. Потому что у главатика написано, что кипятить надо густую часть затора. То есть я сейчас не буду разбавлять водой, а соберу самые сливки, вернее осадок самый, на отварочку, а потом подниму до следующей температуры, до пептидазы. Так, где наша гуща? Вот она, наша гуща. На всю вот эту вот гречку и пшеничку, плохо ферментированную, надо проварить, чтобы все ништяки оттуда достать. Переборщил. Делаем бэкап. Пять нормально. В принципе, в фазу попадаем. Нерасчет получился из-за того, что отобрал, уменьшил объем, а воды получилось больше залил. Учесть надо. Наша отварочка. Давай, сейчас проварится. 20 минут нашей паузы, 52 прошло. Будем поднимать до осахаривания. Что тут у нас с отварочкой? Какая густенькая. Класс. Кашка, что надо. Гречкой пахнет. Хоть насыпай да кушай. Все уже сварилось. Ну что, поднимашки. градуса. В принципе, нас устраивает. Сразу же отбираю отварочку и пускай она варится у нас уже полчасика. Тоже погуще надо фракцию отбирать. Наше осахаривание, а отварочка минут 20 до кипения дойдет и минут 20 проварится хорошо. Все, 40 минут поднимаем нашу отварочку. Ну, получилось у нас от графика на 2 градуса не 65, а 63, не 75, а 73. Ну, как-то так. Йодная проба. Отлично, практически не меняет цвет. Фильтратьон
светленький получается, специально я не добавлял карамельный солод, чтобы солодовая такая составляющая не перебивала гречку и там пшеничку. Посмотрим, что получится. Такой светлый гречневый эль медовый. Сусло мутное, но с блеском. Блестит. Хорошо проварилось. Варка. Ну, начальная плотность получилась 10-30, это 7,5% по ареометру. Слабенько, но у нас же еще мед, поэтому будет все нормально. Посмотрим, сколько после добавки меда получится. Так, ну что, будем пробовать наши американские хмели. Коламбус и Уильямет. Вильямет. Этот Вильямет пойдет на запах. Ну, первым Коламбус пойдет. Запах мощный такой, какой-то полынный. Вроде немножко, но там альфа 14,6. Убойная. Хватит. О, красота. Так, 20 минут до конца, и пошел наш Вильямет. Ну и что нам ждать? Чиллер сразу. Ага, чиллер, а мед? Мед! Короче, хватит 475 грамм, а то слипнется что-то. Ну что, пришла пора попробовать нашу чистую культуру. Вот красота. Пока чиллером остудим наше сусло, наши дрожечки как раз подтают. Так, ну 10:40. 9, 10, 48, где-то вот так вот. Что у нас по ареометру получается? Где-то 12-25%. Инфекционное оружие. Та-дам! Ну, будем следить, как заведется. Прошло 40 часов. Ну, плюс-минус, уже не засекал. Все, завелось. Бульчит. С 3 миллилитров. Температура 22 градуса. Ну, сейчас посмотрим. А, красота. 3 миллилитра. 40 часов. И все бродит. Аж бегом. Все, переносим в погреб. Ну все, нормально.
Вот наша температурка. Ну ладно. А это же у нас пилснер. Надо, кстати, его уже переливать. Месяц стоит. Уже, наверное, выбродил. Завтра, наверное, перельем по бутылкам. Красота. Гречневый мед. Чернючий. А душистый караул. Просто караул. Ну что, набираем? Ух, запах вообще мощный. Будем ароматизировать, карбонизировать. Тарелочка. Так, и небольшие расчеты. Так как нам надо для пива, для карбонизации пива, 10 грамм сухого вещества сахарозы, глюкозы на литр, а мед у нас где-то 16-20% влажности, поэтому из расчета нам надо брать меда на 20% больше. Соответственно, у нас получится 12 грамм меда на литр. То есть высчитываем 26 литров умножить на 12 грамм, получается 312 грамм меда нам надо для карбонизации. Это на 26 литров. А еще те 2 литра, которые я воды возьму, в которых я разбавлю, получится у меня еще плюс 24 грамма. Плюс 24 грамма. Получится 336 грамм меда я возьму для карбонизации. О, как в аптеке. Красота. Красота. Ну что, подготовил я наши снаряды. Будем использовать подогнанное стекло. Эх, красота. Ну и дезинфицировать будем коньячком. Спирт у меня закончился. Коньячком, я думаю, не хуже будет. Нотка лишняя, коньячная, не бывает. Вот и мед. Вот такая вот у него шапочка. Нам абсолютно не нужна. Вот этот цвет. Если бы вы почувствовали еще запах. Ох. Принесли нашу гречку. Мед остыл. Дезинфекция первым делом. Краник я залил перекись водорода, он до сих пор еще пенится. Ах, какой красивый цвет. Смотрим, что у нас тут за пиво получилось. А, какая красота. Бланш натуральный. Ну и запускаем наш бланш.
все, часик ждем. Коньячка сюда. И все. Разливаем. А вот наша чистая культура. Запах свежайших дрожжей. Красота. Поехали. Как у хирурга. Ну вот, пшенично-гречневый мутный бланш практически готов. Ну что, погреб транспортирован, там он карбонизирован, потом употреблярован. Привет, друзья! Ну что, вечер, суббота, пришла пора дегустации. Вообще-то по пятницам. Но и суббота у нас рабочая была, поэтому перенесли. Наш пшенично-гречневый эль будем сегодня пробовать. Вроде закарбонизировался, выстоялся. Ладно, пошла жара. Эх, красота! Хорошая, крупненькая, правда, не мелкая. Вот бланш такой желтовато-соломенный, красивый цвет, красивый. Что там говорить? Запах пивной, дрожжевой, немножко дрожжами отдает. Это, наверное, все-таки из-за того, что я вторичку здесь не делал. Надо все-таки вторичку делать. Вот что-что, а вторичку надо делать. Потому что накапливается большая масса дрожжей. И присутствует дрожжевой запах в готовом пиве. Вот чуть-чуть есть, но диссонансом таким. Не очень гуд. Так что будем переливать на вторичку по-любому, снимать с дрожжей. Ну что, а так очень приятно пахнет. Гречка не чувствуется. Такой хмельной запах. Хмельной дрожжевой, скажем так. Уже трудно говорить. Начинаем. Очень
очень даже ничего. Приятная такая кислиночка. Кислиночка такая идет. Горечь. Солодового практически. Есть какой-то солодовый оттенок. Есть. Вот на послевкусии как бы даже не чувствую. Ну что там, пшеницы, гречки по килограмму в общей засыпи не особо чувствуется. Чувствуется солодовость какая-то. Ну, неразличимо. Пшеничка, гречка. То есть общее такое пиво. Общее получилось. Не супер гуд. Не убитое, конечно. Но очень даже достойное. Скоротать вечерок или денек очень даже хорошо. И так отпускает, дневные заботы отпускают. Целый день на стройке провел, а тут прямо так немножечко воспрял. Да, хорошо пахнет, чуть-чуть дрожжами. Учтем на следующий раз. Горчинка доминирует. Чувствуется горчиночка. Приятная. Сразу же проходит. Вот пьешь горьковатое. Потом горчинка сразу же исчезает. Получается солодовость такая и хмельной вкус. Очень такое средненькое, нормальное пиво. Для, скажем так, повседневной. Для повседневного употребления. Ну, не повседневного, то я загнул. Ну, раз на раз иногда вечерок скоротать можно с ним. Нормально. Вот такой у меня результат получился. Так что делайте хорошее пиво, пейте, не травитесь, наслаждайтесь жизнью. Все отлично.